Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось. Ребятишек у него было двое. Чу! И Гек! Чу! Мама все увидит! Убери! Что вы мне за цирк на работе устроили? Отца на вас нет. Папа, на нас есть. Надо просто к нему поехать. Ехать до него 3 дня. Я все рассчитал. До Нового года мы точно успеем. Будем ждать папу. Ну ты же мама. Ты должна что-нибудь придумать. Я с маленькими трусами не разговариваю. Я маленький, но не трус. Настоящий брат Чук. Разве бывает не настоящий?